Экс-министра природных ресурсов Бурятии обвиняют в превышении должностных полномочий. Сергей Матвеев летом 2021 года заключил договор с предпринимателем. ИПшник должен был рекультивировать свалку в поселке Усть-Баргузин. Сумма сделки превышала 419 миллионов рублей. Для поэтапной оплаты выполняемых подрядчиком работ требовались услуги сторонней организации, которая осуществляла бы необходимый контроль, внешнюю экологическую экспертизу. Однако министр для указанных целей не организовал своевременное заключение соответствующего соглашения. А когда наступили сроки платежей по основному контракту, он спешно и незаконно напрямую заключил 3 контракта для проведения внешней экологической экспертизы со знакомым предпринимателем, который не обладал необходимым опытом и достаточными ресурсами. Полученное заключение не позволяло в полной мере оценить качество рекультивации. Помимо этого, по данным следствия, министр в интересах подрядчика, осуществлявшего рекультивацию свалки, без какого-либо обоснования и расширения объема работ, незаконно увеличил цену государственного контракта на более чем 30 миллионов рублей, а также незаконно увеличил с 10 до 30% размер аванса и распорядился произвести эти платежи. Напомню, Сергей Матвеев занял кресло министра в марте 2021 года. Продержался он в нем недолго. В апреле 2022 года его уволили. К другим новостям. Чудом остались живы. В Бичурском районе водитель клюгера влетел в кучу щебня, оставленную дорожниками. В результате ДТП 61-летний водитель получил травмы различной степени тяжести. Отметим, что на месте ДТП отсутствовали дорожные знаки, информирующие о проведении дорожных работ. В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Добавлю, что это уже второе ДТП за неделю в этом месте. Руслан Хороших, новости дня.